Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Sims 4, да. У нас с тобой происходит очень много чего интересного, да, в той серии особенно вот началось. В первых двух сериях я там еще разбирался, что вспоминал, что куда как, что как это вообще. Вот, и у нас пошел контент, так сказать. В этой серии контент. Контент будет продолжаться, да. Там сейчас мы одну отправим домой, вторую, в общем, мы... Знаешь, что с ней сделаем, вот. И у меня есть план, ну, я хочу четверых женщин и со всеми с ними жить. Да. Я хочу сразу с четверыми жить, я хочу, чтобы у них были дети, как бы, да. Ну, вот, мы, в общем, все сделаем, ребят, хитрый план есть. Мы всех их сначала к себе подселим. Ну, вот. Попробуем, если получится вообще их всех подселить. Вот, не знаю, там... Ну, по крайней мере, нескольких мы точно... А это как бы... Ладно, попробуем, ребят. Попробуем, что получится, ребят, то получится. Не знаю, что получится. Так. Какую пиццу заказать? Пиццу. Так, мать, тебе нужно идти домой? Она сама пошла домой. Она сама поняла, что ей надо. Она сама, ребят, поняла. Так. Гларн. Ага. Флэрс. Мадиш. Поцеловать руку. Она ушла? Да, это ушла. Так, обрабатываем, ребят. Обрабатываем по нашей стандартной технике. По стандартной технике. Сексапильная поза. Первый поцелуй. Ага, да. Ага. Так, надо ее быстренько обработать. Так, романтика. Обменяться номерами. Так, предпочтение давайте. Ага. Стать парой. Так, признаться в симпатии. Все, пошлите. Как мы быстро обрабатываем всех. Понимаете, какой я любовник, герой-любовник. Понимаете, ребят? Да. Но нам надо уже спать. Мы недостаточно ближе, чтобы делиться своим предпочтением. Поешь уху-уху заниматься? Ага, все, пошли. Все, понял, в уху-уху заниматься. Какая быстрая, пришел, ее обработал, рассказал приятные вещи. Все, она моя, да. Так, что у нас? Скоро, кстати, у нас поднимется ранг. Мы помощник изобретателя, скоро мы повышение получим. Да, ребят, да. Так, а интересно, я могу предложить переехать только одной или всем я могу бабенкам это предложить переехать? Так, любовь у меня с кем? Ух, у меня с пятью у меня любовь. Планировать визит, пригласить на свой участок, открыть профиль. У меня с пятью любовь-то идет, блин. А что у тебя с головой? Откуда? Ты все? Ты домой? Так, подожди, нет, сходи в туалет, дорогой мой друг. Сходи в туалет. Хорошо. Гигиена, давай тоже. Давайте примем душ. Все, она ушла домой? Почпокались, пошла домой? Так, а мы же можем ей дать ключ от дома, говорить про жизнь в браке, задать рискованный вопрос. Если пара. Блин, а до какого отношения им надо здесь развивать? Тут же можно их пригласить с собой жить. Не имеет партнера. Конечно, она не имеет партнера. Она с нами бы не чпокалась, если бы она имела поцеловать. Дать ключи от дома. Нет. Мы пока не дадим действиям. А, сформировать. Добавить группу. Сформировать группу. Нет, я бы хотел, чтобы она сюда переехала.
Так, ей пора, она ушла. Добавить в группу. То есть, может, с ними надо сначала отношения поднять хорошо, а потом, типа, можно их в пригласить. Я помню, можно было приглашать жить. То есть не просто... О, замечательно. А, заменить 125, чинить. Иди чини, друг. Мастерство за раз покачаешь. Так, хорошо. И можно позавтракать оладьями. Давай. Все равно уже утро. Кулинарии 4 уровень. Хорошо. Главное не спалить себя. Так, через час на работу. Нормально. Кушай. Кушай, 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 кушай. Все нормально, ребят, покушали. Еще сейчас тарелочку успеем помыть. Юпа. Подписчиков 49. Почему у меня подписчики падают? Нам надо встретиться, пообщаться. Да. Новые сообщения. Угу. Бабенкам своим можно, кстати, отправить. Которых я это, ну, как бы, да, кокетническое. А можно нескольким сразу? Давайте мы их всех Джей, Кэтрин и Дженей тоже отправим. Со всеми будем кокетничать, ребят. Так, все, пошел на работу. Не, давай самостоятельно отправляйся. Я знаю, что, наверное, если с ним пойти, что, то можно что-то там... Дополнительно узнать, увидеть, как-то это, развить персонажа, помочь. Посмотреть, в конце концов, где он просто работает. Грейс, ты кто? Лилиана Киахол и я хотим встретиться. Как вы думаете, стоит? Встретиться? Ну, встретитесь. А кто это? Я ее чпокаю, бес, да? Это бес, по-моему? Или Дженей? Леони, ну, встреча с ней в браке с Макой. Я Лилиан Киалоха. Ну, мы ее, да? Она в браке с Мао Киалоха, прикиньте. Охренеть, мы ее чпок. Она в браке с этим. А давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем грязь. Давайте пригласим ее с мужем. И пока муж будет здесь, мы ее, его жену... Вот это да, ребят. Давайте, давайте, давайте. А почему бы и нет, да? Грязь такую устроить. Пошлятину, ребят, пошлятину. О, гроза какая там. Так, чё, нас повысили? Повышение до младшего паяльщика. Так, на 7, 256, настольная лампа. Ага. Так, что-то у нас какой-то график мне не нравится, ребят. Так, ну-ка, кого там эту? Ага, общение. Пригласить на свой участок. Оказывается, она замужем. А почему мы не можем с друзьями ее пригласить? А где она живет, кстати? Лиана Киалоха. Лиана Киалоха, подождите. Принимать душ, подождем. Лиана Киалоха. А где реально она живет? Ох, ебать. Чуть не обосрался я тоже. Так, гигиена, иди. Да, иди, ладно, спать. Лиана Киалоха.
А можно ведь отправиться, да, в гости, получается. Взять отпуск. Че это? А что происходит? А, он поспал, пошел жрать. Что-то тряслось все просто. Я что-то не понял. Подождите. Отправиться в гости. Отправиться к... Можно к ней, к этой Лиане, к Киалохе съездить и прямо ее при муже, понимаете, там оформить. А где она? А ее здесь нет. А вот она. Блин, слушайте, давайте эту грязь сделаем. Мне нравится эта идея. Извращенец. Кто-то скажет, ну а что поделать, ребят, эта игра такая. Это такая игра, ребят. Так, ну-ка. Убрать и помыть. Иди спать. Ну, потом съездим к ней. Оказывается, она замужем. Как раз получается, в субботу, в воскресенье мы к ней поедем. Почему бы, ребят, нет? Почему бы нет? Герой-любовник, ребят, герой-любовник. Да-да-да, чаепитие, да-да-да. Больно меня ваше чаепитие интересует. Давай быстрей. Давай сюда в душ, помойся. Кушать он, в принципе, хочет, да, но не так. Так, у нас что получается? Сегодня последний рабочий... А, нет, предпоследний. Сегодня и завтра еще. Грейс. Благодарю вас от всей души за совет. Лиана Киахола, и я получил огромное удовольствие от общения друг с другом. Окей. А кто ты такая? Вот это что? Это бес или кто это? Или это Джейн кто? Для меня они все на одно лицо. Ну, не в смысле вот те вот, про которого вы подумали. Нет, в смысле вообще на одно лицо. Так, присоединиться, самостоятельно иди. Все, пошел, работать. Так, надо продумать грязь. Я хочу устроить в этой игре грязь, ребят. Да. Так, мы покушали, все хорошо там, да, у нас на работе. Так, мы, наверное, сейчас сильно устанем, да? Да. Команда от меня отмечает свой день рождения, да насрать. Так, поехали к Лиане Кахамоке. Подождите, нет, назад. Поехали, ребят, отправиться к вот этой вот. Я хочу устроить грязь. Я хочу устроить грязь. Я хочу поймать ее на измене. Путешествие с... нет, не в смысле. Я думал, я хотел с ней грязь устроить. Блин, я не то хотел. Я думаю, мы к ней поедем в гости. А здесь почему-то одной уже нету, видите? Потому что там черненькая такая. Черненькая такая. А где она живет, эта Лиана Кихамоки-то, вот эта вот? Не понял. А серьезно, как мне их найти? А, вот Ганзадзе, вот эти вот. Ганзадзе, ребят, вот они. Они живут здесь. Ни хреново у них, вот там их телок, смотрите, там всех можно перед это. Там всех можно это. Ага. Так, Ганзадзе у нас здесь живет, да? А где, блин, это живет? Хитрить тебя через корень. Центр торговый. С лошадью живут. Нормально. Может, она где-то здесь живет? Здесь тоже вон телочки разные. Ага, вот здесь это Виларийленко это живет. Блин.
Блин, я хотел грязь сделать. Блин, не дает мне грязь сделать. Игра не дает. Понимаете? А, свойство коктейль-бар. А вот, помните, я искал квартиры? Вот они, квартиры-то. Вот они. Янг. А ты кто у нас? Хрен их найдешь, ребят, где они там живут, да? Вот, вот здесь можно квартиру было купить, ребят. Зачем я дом купил? Можно было квартиру купить, всех чпокать. А вот здесь готы живут. Да, вот здесь какой-то... Какой-то мертвецкий район. Кошатница здесь живет. Сейчас еще парочку городов глянем, ребят. Я понимаю, что это не особо интересно смотреть. О, здесь поп-звезды живут. Юнг. Понятно, здесь все, да, здесь больше ничего не живет. Это я тут только что, да, смотрел? Да. Блин. Так, бабёнка какая-то старая. Чё я там сказал? Парочку, да, и да. Угу, да. Может, она вот здесь? Не наряд просто такой островной. Может, она где-то здесь живет, в бунгало? Вот, Киалоха, жилой дом. Она с мужем, у ней муж, сын и маленькая дочка. Едем туда. Они живут здесь. Блин, охренеть, хрен найдешь, ребят, где они там живут. Я хочу, чтобы она изменила мужу в ее же доме при муже. Понимаете, вот что я хочу, ребят. Вот такой я паскуда. Подожди, ну-ка. Дурачица, самокритичная шутка, романтика, любовь. Стать парой. Откуда побежал-то? Подождите. Она куда-то побежала. Куда она побежала? Стой, мать. А, заключить в объятия. Подожди. Ты что делаешь? Какие нахуй песочек? Иди, чпокайся. Или не получится здесь? Такая грязь здесь не получится. Спать, задремнуть, улучшить, сесть. Другие варианты. Заняться в уху с Лилиан. При муже-то. А-а-а, грязь-то какая. Она в браке с Макао. Вот ее муж. Макао. Нет, это ее муж. Макао, вот ее муж. А это подросток, это ее сын. И мы сейчас прям пока... Эти все на улице, мы прям здесь сейчас займемся с ним. Вот шлюшка. Это какая. Пока вон ее семья на улице, ребят, смотрите, чем они... Ах, грязь какая пошла. Ах, ах. Ужас. Ну здесь, как я понимаю, стена, да? Если что, да, тут. Ужас, ребят. Какая жестокая игра по отношению к семьям. А, ну ее муж там стоит. Да, да, говорит, я нормально все, да. У меня все хорошо, говорит. Моя жена там чпокается, да. Нормально. Нормально. Я с друзьями болтаю, а моя жена там это... А, люблю эту игру, ребят, люблю. Ну давайте быстрее, это сейчас муж замечет. Давайте быстрее. Ой, ужас. Иди сходи в туалет, у них здесь погатим. Все, пошли. Вот так вот. Че, кушать хочешь? Иди покушай. Проголодалась после секса-то. Иди, иди, иди. Иди, иди. Может, ее еще раз покает? Стать парой. Слушайте-ка. Вручить. Зачать ребенка. Можно ей зачать ребенка, ребят. Но я пока так не буду делать. Давайте ее поцелуем, конечно же.
Мы все-таки хороший молодой человек, мы не просто ей пользуемся, мы ее еще целовать будем. Куда вы пошли? Вас сейчас там муж заметит, алло. Сейчас муж заметит, вот он бегает. Он видит. А, нет, он... Нормально у них отношения. Учима Голарга Слонким. Ой, поговорите про жизнь в браке. Че, тут можно покататься? Каноэ. А, плавать на каноэ, сесть, расслабиться на каноэ. Ну, в общем, грязь, ребята, какую хотел, я сделал. Ох, поцелуйчики, преимущество, муж нам плавает нормально. Ладно, ребят, пора домой. А, отправиться. Нет, одному. Пока. Пока. Нет, домик, кстати говоря, у них классный, ребят. Все, поехали домой. Грязь, я которую хотел, ребят, я сделал, показал вам. Давай домой. Вот так вот, видел? Видел, видел, как я делал? Просто прихожу и при мужьях, просто там муж где-то, я прям так чпок-чпок-чпок. Ай, заказать пиццу, да. Так, питание, ты куда? Так. Так, ну-ка это, Ален, начать выбросить мусор, во-первых. Пошел быстро выбросить мусор. Потом начать обычную уборку, потом выбросить мусор здесь. Так, поужинать. Давай. Да нет, он что-то другое взял. Блин, я там нажал одно, началось другое. Надо спать уже идти. У нас сегодня последний рабочий день, да, получается? Да, да-да-да, все, последний рабочий день сегодня и за два выходных. Два, ребята, выходных. Овсянка. Все, давай спать. Всех мы перечпокали. Все, кого надо, ребят. Герой-любовник. Пятерых, да, у меня пять. А, Лилиан, у нас вообще с ней отношения что-то не очень. Дженей тоже. Голосование. Голосование открыто. Так, это Блэс преступница, Джейн Прайс, да? Так, нам сейчас уже на работу, да, надо? Давай, ешь порцию овсянки. Вот это тоже убери, пожалуйста. И вот это тоже надо сходить в туалет тебе. Тебе все это надо сделать быстренько за час. Пятое открытие записывает идею создания плазменного гравилампы. Плазменная гравилампа? Перечная сыворотка. Базилик. Наверное, какие-то классные штуки, наверное, мы делаем, но я ими не пользуюсь. У меня другая цель в этой игре получается. Входящее сообщение. Говорят, вы Маргарита Год, теперь друзья. Он мне нравится. Спасибо. Кто он? Маргарита Год? Чё тебе надо, Юта? Дмитрий, кажется, мне нравится персонаж по имени Пакауха. Как думаешь? Нет. У нас друг гей, кажется. У нас друг гей, ребят. Вот такие пироги. Это, наверное, не очень хорошо. Как я думаю, ребят. Фестиваль специй, нам не интересно. Фестиваль света. 381. Так, гигиенка, иди помойся. Так, иди помойся. Че у нас по этому? По повышению вся фигня. Сделать открытие нужно, да? Нам надо еще одно открытие какое-то сделать. Так, у нас впереди, ребят, два выходных. Гигиена и питание. Что-нибудь можно будет поужинать, типа... Биштекс тартар, к примеру.
Блин, мне надо их как-то переманить к себе. Я хочу, чтобы сделал так, чтобы они ко мне переехали жить, ребят. Это можно делать. Подожди, это наша баба, да? Да, это наша баба. Дайте ключ от дома. Нет, там надо... Или дайте ключ от дома. Нет, там было вроде раньше такое, что типа действие предложить съехаться. Вот так там вроде раньше было. Сейчас не знаю, может такого и нет уже, типа нельзя предлагать съезжаться. Но я бы хотел бы предложить съехаться. Вот. Убрать и помыть, давай. Я бы хотел предложить съехаться. Она, кстати говоря, здесь гуляет. Она где-то здесь живет, что ли? Стать парой. Зачать ребенка. Заявить, что вы злой гений. Поговорить о жизни в браке. И сюда мы поговорим сейчас о жизни в браке с тобой. Спортивная девчонка-то. А, Сосо. А, Сосо. Критиковать технику вуху, жаловаться на выгорание. Скибс цапула, а? Келна. Вы можете освоить место, удалив некоторые удаления из доски. Доски? Какие доска? Какая доска объявления? Что, у меня опять выгорание? А что за выгорание? Из-за чего это? Жаловаться на проблемы. Нет, подождите. Риселек, Тембизи Кубар, Кубар, Боламиде, Флип, Барсп, Сикафуз. О, Шушка. Так, он там что-то ей высказывается, да? Я, мне не нравится то, что есть какой-то трудолюбивый друг. Повод для гордости. Нравится трудолюбивый, да? Конечно, нравится трудолюбивый. Излить чувства. Давайте изольем чувства. Изольем чувства. Опять страстно ее поцелуем. Главное, чтобы никто не увидел из-за моих других любовниц. Нормально я ее там засасываю. А кто это вообще? Дженей Прайс. Дженей, вот это вот. Ага. Дать ключ от дома. Задать рискованный вопрос. Может, дружеские сначала надо просто прокачать? Дружелюбные действия. Я бы Сони. Бахира и Миби. Ленарг. Давайте мы просто с ней пообщаемся. Рогава. О, Мифлогра. Я думаю, надо просто пообщаться. Екласабав. Узнал, какие предпочтения имеет Женя. Не нравится электронная... Мне нравится электронная музыка, нравится блюз. Мимблица Брисия. Флазл Пелка. Плерна. А, Баюми. Плев. Че, все, она ушла? Ага, понял. Все, ладно, пускай идет. Блин, как же мне заманить-то ее, чтобы они жили со мной? А я могу, допустим, пару... Ну вот мы объявим с ней парой, а с кем-то я еще смогу объявиться парой? То есть, ну, типа сказать, что это пара моя. Или чё? Или не сможешь? Или не сможем? Кстати, а у нас дома здесь есть обои? Я что-то вот не вижу. Ну, вообще, обои у нас на стенах есть? Наверное, есть. Ладно, нам не до этого, ребят. Нам не до обоев на стене. Так, что он пошел готовить? Чего подать? Севиче с
чипсами. Советчек какой-то с чипсами, ребят. Какой-то недовольный, смотрите, идет. Какой-то недовольный. Какой-то недовольный молодой человек. А, кстати, знаете, что я бы хотел еще посмотреть? Я бы хотел посмотреть состояние свое, типа, тела. Да ешь давай быстрее, господи. Рожу он тут крючит мне. Так, давайте своих любовниц, я думаю, пригласим. О, пригласить на свой участок. Я могу их всех пригласить и со всеми с ними просто повести беседу, но может получиться так, ребят, что будет жопа. Давайте попробуем пригласить всех. Это, ребят, большой риск, потому что если кто-то увидит из них, что мы с кем-то там целуемся, они могут как-то, наверное, не так это воспринять. Все скоро придут. Давай, сходи в туалет пока, подожди. Так. Это кто? А. Давайте пригласим войти. А почему она стучится, кстати? Это кто? А, это Гонзалес идет. Какая? Какая фиф? Я их никого не знаю, на самом деле. Я все время путаю всех. Чистота, порядок. Чистота, ребят, порядок. Так, надо просто пообщаться. Строить теория о пришельцах. Врать про карьеру, выразить восхищение. Спросить, есть ли пара, но мы у нее, по-моему, спрашивали. Возбужденная она. Так, признаться в симпатии. Так, дружески надо что-то сплетним. Сплетничать. Ну да, у них ни у кого там нет, по-моему, пары. Все, с кем я вот здесь вот это тушу, тусю. У них ни у кого, ребят, нет пары. Шутка для своих. Давайте попробуем через шутку. Дайте ключ от дома. Можно дать им всем ключи от дома, кстати. Романтика. Стать парой. Наверное, надо сначала стать парой, да, кто-то скажет. Наверное, надо сначала стать парой. Давайте мы, знаете, что сохраним? Выбор. Мы вот так вот сделаем. Я хочу попробовать стать с ней парой. Ты куда? Выпить. Он пошел выпить. Рассказать про политику. Так, а что, если мы ей дадим ключ от дома? Давайте попробуем. Сейчас надо какие-то действия предпринимать. Я бы хотел, чтобы они все со мной жили, понимаете, все пять баб моих. У меня, кстати, какой-то бабы одной не хватает какой-то. Джейд здесь. Так, две африканочки здесь. А, Бесс нету. Дайте ключ от дома. Подожди, дайте ключ от дома. Я же ей только дал. Или я ей не дал? Ключ от дома дай ей. Забрать ключ от дома.
Так, романтика, любовь. Стать парой, подождите. Хочу проэкспериментировать, но ведь раньше можно было съезжаться. Так, мы с ней стали парой. Так, мы с ней стали парой. Романтика, любовь, тоже стать парой. Подождите, еще и с ней можно стать парой? То есть их надо было по одной, что ли, вызывать? По одной вызывать, ребят, надо было. Подождите, и теперь я ей могу правильно предложить переехать. Стать партнером по вуху. Стать партнерами по вуху, в смысле? В смысле, как, подожди, как стать партнерами по вуху, я не понял. Да хватит тебя там жрать, ядрить тебя через маков, кучу ты, блин, не нажрался, что ли? Так, подождите, а если я с ней, подождите, романтика, любовь, стать парой. Так, подождите, станем парой, подождите, и с этой я могу стать парой? Их лучше, наверное, было по одной вызывать. Так, мы стали с ней тоже парой. Чё тебе надо? Пока Уа и я не создан для друг друга, да, это точно. Так, новая черта характера. В последнее время Дмитрий проявляет особую преданность в своих отношениях, доверьте. Преданный, да. Дать ключ от дома. Так, подождите. Другие варианты. Романтика. Любовь. Подождите, а с этой мы то парой мы являемся? Или... Подождите, я всем могу объявить, что ли, чтобы мы с ними со всеми парой стали? Или что? Романтика, любовь. Стать парой. Так, потом романтика. Заключить в объятия. Другие. Романтика, любовь. Стать парой. Я что, со всеми могу стать парой-то? Я думаю, нам стоит жить вместе. Что скажете? Я только с радостью. Да, давай. Съезжаемся. Ок, чтобы перейти к действиям, выйти из семьи и переехать. Так, что? Нажмите ок. Чтобы перейти к действию, выйти из семьи и переехать. И выбрать, какие персонажи будут жить в новых семьях. Ок. А, мы можем, слушайте-ка, мы можем Кэтрин Гонзалес, Нина Гонзалес. Мы можем всех баб сюда перетянуть, еще двух баб перетянуть. Конечно, сюда... Не, подожди, мы переселяем ее сюда. Сюда ее. Почему она не переселяется? Так, двух баб, а мужик с пацаном пускай, с Аленой пускай остается. Подожди, а почему я не могу перевести деньги? А, только когда мы все вместе, они переедут. А нахуй мне этот пацан нужен с мужиком? Кэтрин Гонзалес. Блин, у меня тут целый сад тогда будет, да, женщин-то? Блин, Лавелас любовник, ребят. То есть две еще, у меня пять, еще две будет. Блин, нам денег надо будет много. А где мы все спать будем? А деньги они мне не отдают свои. То есть, видите, то есть нельзя никакие деньги перевести. Даже часть почему-то нельзя перевести. Блин. Мы же с Кэтрин, да, Гонзалес? С кем мы крутим? Не с Ниной же. Блин, может еще двух баб переселить себе? Блин, даже не знаю, пять баб и так много, ребят. А, ладно, давайте будем аккуратны, ребят. А почему-то если я эту убираю, то почему-то это... Нина Гонзалес. Или с Ниной Гонзалес. Мы с кем вообще флиртуем-то? Подождите. Я сам... Подождите. Кто это? Это Кэтрин Гонзалес.
В смысле тебе пора? Подожди. Алло. Иди сюда, подожди, я тебя хочу стать с тобой парой. Подожди. Так, Кэтрин Гонзалес. И там у нас, видите, все у нас, видите, как-то все плохо. Они расстраиваются, видите? Да, у нас, видите, любовно, а с этим у нас все хорошо. Да, видите, она меня отчитывает. Джабин! Сой, Спино? Я фруз. Сарпава. Да, видите, то есть у нас отношения, то есть нам нельзя так флиртовать прям. Поцеловать ручку. То есть это сложно, конечно, будет с четырьмя женщинами жить, ребят. Блин, не получится то, что я хочу. Финскую семью или какую, видите, они сразу расстраиваются. Видите, что получается? Блин. Как любовницы тогда, знаете, что мы тогда откатимся? Давайте мы вообще с вами, наверное, закончим серию. Вот, а в следующей серии мы продолжим. Не получится с ними то, что я хочу сделать, как бы, чтобы со всеми сразу жить. Да, ребята, я хочу со всеми женщинами сразу жить. Вот, ладно, мы, наверное, Кэтрин Гонзалес к себе пригласим, это будет наша жена, а остальные бабенки, это будут наши любовницы, с которыми мы будем развлекаться. Да. Но втихаря от жены. Да. Втихаря от жены, потому что у нас со всеми с ними попортятся отношения, они нас все разлюбят и уйдут от нас, а еще они нас будут ненавидеть. Вот. Так что вот так вот. Ну, в принципе, я понял, в чем смысл. Вот. Ладно, давайте увидимся с вами уже в следующей серии. Там продолжим. С кем-то съедемся, остальные будут просто наши любовницы. Вот. Как-то надо. Жалко, здесь как-то это не продумано. Почему я не могу со всеми флиртовать, с кем хочу, я не понимаю. Может, здесь есть такая где-то функция, где-то в настройках игры, допустим. Другое где-нибудь. Не знаю. Не знаю, где-нибудь здесь. Типа, можно крутить, вертеть со всеми, с кем хочешь. Показывать желания и страхи, строить предметы режима строительства с игровыми образы жизни. Продолжительность жизни персонажа обычная, высокая. Количество персонажей. Свобода выбора полная. Автовзросление, игровые семьи, автовзросление, неигровые семьи, тоже включен, да? Блин, жалко, такого нет, я бы хотел, да. Ну ладно, будем через любовниц играть, вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии, там продолжим. Всем до встречи, всем пока.